Индивидуальный почерк и техническая точность – таков рецепт успеха пианистки Анастасии Савицкой. Юная бобручанка в свои 13 играет культовые произведения мировой классики. В ее исполнении звучит даже сложнейшая соната Моцарта. Такой виртуозной игрой на королевском инструменте Настя покорила судей и обошла конкурентов из более чем 10 стран мира на международном фестивале клавирного искусства в Мюнхене, который объединил исполнителей на клавесине, органе и фортепиано. Пианистка получила диплом лауреата второй степени за оригинальность и лучшую интерпретацию романтического произведения. Я исполняла очень сложную программу, включающую моего любимого композитора Моцарта, была соната. Среди жюри присутствовали различные профессора консерватории и лицеев. В классической музыке девочка уже 5 лет. В детскую школу искусств имени Оловникова Настю привела мама. В копилке достижений юной исполнительницы наград предостаточно, но успех пришел не сразу. Одного таланта тут недостаточно. Усердие, труд и подготовка – все это отнимает много сил и времени. Для меня ее достижения, ее результаты – это, конечно, я как мама очень горжусь. Стараемся сделать так, чтобы ребенок, конечно, не автоматизировался и не был роботом, что все-таки детство оставалось детством. Ученица замечательная, очень талантливая, только радует нас, потому что является победителем многих международных и республиканских конкурсов. И мы, конечно, надеемся, что еще все у нее впереди будет. Для Анастасии это победа, вдохновение и стимул совершенствовать свои навыки в музыке. Впереди подготовка к международному конкурсу в Испании и выступление с сольным концертом в Санкт-Петербурге. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.